Қандай ұйықтадың? В общем, оказывается, уснули, а там Фергана тоже, Аман этот, поводил машину. Вот, приехали. Сейчас будем разговаривать с ними. Что, как, где... Внизу еще есть полочка, которая открывается. Можете там меню свое поставить, накрыть. А это фишка. Вот тут лоточками, да? Да. При желании ее можно удлинить, если вам нужно будет побольше. Оно поднимет 6 тонн. А вот эти надписи, если закажем, тоже сразу поставить это, да? Да, можно. Для рекламы? Но для рекламы вот у нас есть. И подключение к свету тоже есть. И это тоже можно заказать. А квадратные примерно вот такие должны быть, да? Эти такие. Внутри. Этот же, да, как там, стекло, пластик, да. Бамперы, вот эти. Да. Давай, держи. Маски чықты ғой. Парда, парда. Парда. По дороге капец замучились, вот сейчас заселяемся и все, даже не знаю, что будем делать по ситуации. Мы заказали плов, гранатовый, свежий, выжатый сок. Вот. Классный плов, мощный.
Сейчас покушаем и дальше куда-то поедем. Тут народу очень много. Я думала, ты реально про нашлась, говоришь. В общем, приехали в порт на Ангары. Помогайте мне поспалевать. Айс, наверное, видите, да? Вот это. Пойди, два раза, да. Мяхта деген, сүнтіп түрлі келіп тұр, бірақ асачтай не қылаттен. Болды, үйленді жаша ершеттен, той-пой жоғыды. Қашан сүнтіп үйленгенін үйренеді. Басында мында материалдан салып тұрып, илеген жасалма көлі қолып қойып тұр. Ұзақта мантелдер кататыс етіп, ес алып. В общем, сейчас вот этот ОМОН нас заставляет заходить в комнату страха, вот, а кто сам боится. Сейчас посмотрим, что будет. Что там, сынок, Нету, да? Что, и таскал-то?